Приветствую всех, дорогие друзья, во второй части захват базы Парадокса. Да уж, я, конечно, извиняюсь, но я тут помаялся нехило. Прокопаться до его базы, это не знаю. Это что-то с чем-то. Но я вам скажу так, неплохо, неплохо. Не знаю, как вам его базу показать. Сейчас попробую подпрыгнуть. Конечно. Сейчас тут убьюсь пару раз еще, вдобавок. Здесь умирать нельзя. База неплохая. Хорошая. Гуд человеку респект. Если что, я буду говорить, это не я был. Так как видео выпускаю позже, у меня это все прокатит. Если что, он там воевал каким-то америкосом, вот пусть это америкос и, как говорится, отдувается. А я тут потихонечку пока... Попробую хоть посмотреть, как эта база вся выглядит. Это вообще реально. Ладненько, проделал лучше нафиг дырку, да, и сейчас кислородом подышу, дырку сделаю. И, как говорится, буду уже заниматься штурмом, вам покажу. Друзья мои, ну так, я пока спускаюсь, вам объясню еще одну простую банальную вещь. Если есть возможность высадиться на планету, то неуничтожаемых баз просто не бывает. Так, у меня здесь блоки... Надо вот так вот вести. Ладно, поведем как-нибудь вот так вот. Так, куда мне? Вот сюда вот. Сейчас мне надо блоки довести. Да, я знаю, что можно их по-другому вести тут командой, но у меня привычка старая. Уж пардон. О, а здесь видна вся... Ни черта себе у него здесь база. Чего-то я такого как-то точно не ожидал. Обалдеть. Ага. Она сейчас сама будет стрелять. Твою же налево. Так, давай-ка и дадим задание уничтожить ядро. Блин, меня аж передернуло. Что там у него есть вкусного? Ой, мы сразу конструкторскую долбанули. Мать твою, сколько тут фойл танков-то? Пока лутаем. Пусть наша масенькая стреляет. Что, все что ли? Ядра нету. По ходу дела. Да. Походу, ядро мы только что убили. Класс. Давайте посмотрим, хоть что там было у него. Как говорится, 5 секунд. Делов-то. Ай, все пусто. Это гадость. Гадость. Ой, у него здесь холодильник и еда-то хоть есть. Ага. Сейчас. Ну, а что-нибудь пополезней. Так, ладно. Надо, получается, делать ядро. Да. Надо делать ядро. Ауч. Сейчас тогда ядро быстренько сцапаю на кораблике. Поставлю здесь и вам покажу, что здесь вообще есть у него. Ну, давайте немножко его пошмонаем. Каргобоксы здесь, смотрю. Вообще не названная. Девятнадцать турелей. Так, давайте-ка лучше вниз бегаю, посмотрю уж напрямик.
Так, ну, как говорится, давайте лучше посмотрим все, как говорится, напрямую. Базу его заценим, так сказать. Такая неплохая баска, неплохая. На мою немножко чем-то похожа. А здесь так вот и есть выход наружу. Понятненько. А здесь мы куда попадем? Никуда. Понятно. Походу он пустой. Обидно. Так, откуда же, блин, турели-то по мне гасили? Тут где-то много контейнеров еще. Вот вопрос, где? Не, я пока один на сервачке. Чудненько. Так, я вообще не могу понять, что тут где да как. У него что, так все спрятано, что ли, в аккурат? Господи, окопался-то он, походу, здесь конкретно. Господи, 15 каргобоксов только что видел. Что за нафиг? Может, тут несколько этажей еще? Вот это номер. Ну-ка, стопы. Ну, я понял, это он специально сделал. Типа такая а-ля ловушечка. А здесь турелечки. Все довольно-таки странно. Так, а что у него здесь есть-то с каргобоксов? Амабокс, каргобокс. Каргобоксов тут до ифинарения. Вот процессор один всего. Я его видел только что. Холодильник есть. 17 турелей. Ядро мое. Вот куда это у него там все делось? Интересный вопросик. База у него довольно-таки большая, но... Куда он там все сныкал-то? Ой, здесь еще что-то. А, это старый проход. Ладно. Это любопытно даже. Что, сделаем халтурку? А то я что-то не догоняю вообще в край. Я вижу, но не могу понять. Не, ну я могу и так полазить. Мне это как-то не принципиально. Просто это как-то все довольно-таки странно. Куда он дел это все? Да, в натуре, куда он каргобокс там будет запиндюрить? Их очень много. Замечу. Так, а здесь что-то подкопано, да? Ну-ка, давайте-ка копнем поглубже. Ага, что-то я вижу еще. А, вот он, хитрец какой. А вот его кладовая. Сделать попроще, может.
Да, вот так давайте сейчас пройдемся. Чувствую, ни черта здесь нету. Конечно, складское помещение интересное, но да. Кажется, тут все пусто. Он только недавно сделал базу себе. Ах, твои ж налево. Идите колотить. Да. Все одно помещение было с каргобоксами, да? Увы, увы. Значит, у него все в корабле. Обидненько, я могу сказать. То есть я толком ничего не поимел. Вот за мазафака. Чтоб меня. Дэмс. Бас у него больше здесь нет, это точно. Оставим его голый только корпус. Вообще база любопытная. Нечего сказать. О, господи. Держится все на соплях. Понятно. Моя школа постройки. Сразу видно. Что он там хотел сделать? Вот в чем вопрос. Ну, буду надеяться, что тот корабль, который сверху там, что-то хоть попонять не даст. Клон Чемблер, нафиг он мне нужен. Так, ну что ж, дорогие друзья, на этом серию-то, пожалуй, буду заканчивать. Объединю сейчас эту со второй. И говорится, ну, поздороваюсь с вами два раза. Я думал, тут что-то будет поинтереснее, покруче. Но в итоге вышки оказались гораздо круче, чем все остальное. Ну что ж, как говорится, кому понравилось, ставьте лайки, комментарии, вопросы оставляйте под видео на ютубе. С вами был Черный Металл в игре Imperium Galactic Survival. Сегодня мы очистили базу Парадокса. Что ж, всем удачи, всем пока. И поимели немножко топлива, 84 контейнера. Класс. Фу ты, блин.